Выяснилось, что мы не в Африке, не на Карибах, а в жаркой Океании, на острове. Где конкретно, неизвестно.
двойное изображение. Ну что, ну вот зачем? Ну ладно. Идиотизм какой-то. Но создатели предупреждают, что игра не игра, а сумасшествие. Очень больные могут в нее играть, а здоровые, играющие в нее, станут больными. Гербарий полезно собирать для крафтинга лечебных средств. Сейчас мы займемся лутингом. Облутивать их будем. Господи, как не вовремя. Перепутали с
звери. Тут это козёл. В прямом смысле этого слова. Варан был. Был варан. На каких островах у нас вараны живут? Погуглите. Можем освежевывать животных, потому что полна коробочка наша. Эх, полна моя коробочка. Есть и ситец, и парча. You're a traitor!
Зачем это мелькание? Еще двойное. Раздельно властвует над нами. Весело живут. Себе иметь только 1000. Бред какой-то.
Бежал.
собирались в Скайриме. Еще и здесь приходится. Вот что это такое, черт возьми. Чтобы решили зажимать и нажимать кнопку Q. Если зажать, то выходит и тут же выходит. Такая прелесть. Кальма мне подмигнула или мне показалось. Вот они сильнее зеленеют. Ловкие ботаники. Зовут освобождать очередное поселение. Нам что-то не очень хочется пока.
not chase. I was out hunting this morning, got lucky. I found a small sounder of pigs. Thought I'd share. Pardon. That's not bad. You look skinny. You had me worried you'd forgotten how to cook. You're my cousin. You know you're the only family I have that's worth the damn. Eat. Let's put some meat on those skinny bones. Yeah, very funny. What would you like to buy? Все меню, пожалуйста. Those radio towers online. Все-таки мы больше тысячи можем, носить с собой. Так, это лук. Бесшумное оружие, между прочим. И всего-то 825. You don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Kia ora.
огнетом и зарабатывать денежки. Потом вернуться в лавку купить. I can't believe it. You've managed to reactivate so many radio towers. Да, купить. Лук. Ну и еще что-нибудь хорошее. Нет, опять тут же. Вот так что прерываемся пока.
якраз то, что мы любим. Лодочка с пулеметом. Только нам нужно перевязать раны. Все хорошо. Мы прям наехали. Ну, в прямом и переносном смысле. Зажимать, чтобы сесть за руль, а С нужно нажимать. Жалкие подачки.
radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Play hide and seek.
помните, мы обстреливаем мост? Нет, лодку, которая припарковалась под постом. Thank you.
Можно взять квест охотника за головами. Но я думал, сюда нужно приехать и выбрать кого-нибудь. Сейчас еще и взорвется. Thank you.
то, что я хотел. Вернее, совсем не то, что я хотел. Вот как его обыскать? Ёшкин кот. Машинку-то как-то можно ремонтировать. You look skinny. You had me worried you'd forgotten how to cook. Get those radio towers online. You know you're the... Вот зараза, а?
You don't. I can't get new stock in from the remote villages. Let's put some meat on those skinny bones. They got some top notch here. You're gonna always with the jokes. Честно заработанное отбирают. Паразиты. Глядела наша всеми любимая Grand Theft Auto 5. Ой, неужели? Ну, слава богу. Нет, все. Беру свои слова обратно. Успокоимся. И все, не торопясь, обсудим. Как
маленькие спокойные. Чистенько, красиво. Дадут мне возможность ограбить трупы в конце концов или нет? О, мы сохранимся. Уже 815 баксов. Ну, барами, что ли, ходит. Мы с Тамарой ходим парой. Вараны тоже. Почему такие маленькие сумки здесь? Человеку невозможно лутом заняться. Да. Грудину и его, конечно, то есть их хорошо. И машинку взорвали. Но теперь не обыскать трупы из-за того, что они лежат под машинками. Вот что это за идиотизм, а? И что это? Вот что это значит. Крафтинг. Крафтинг мы нажимали. Крафтили, как можем. Ну ладно, сохранимся. Потом еще поворчим. Конструктивно покритикуем разрабов. Yeah.
статье все. Что же мешает? Заняться в конце концов или нет. Крафтить нельзя, потому что их 3 из 3. Так. Нажимали мы Escape и Craft. Перемудрили они что-то с этим крафтом. То ли
пришел в кузницу, как нормальный человек. Поработал. Здесь все на коленках надо. Здесь кусты какие-то обозначают. Может, там нужно копать яму и доставать клад. Но ничего про лопату не сказано. Она у нас дома лежит, но взять мы ее не можем. Странно это все. Очень странно. Не читать же из-за этого руководство пользователя. Хочет освобождать какое-то поселение. А нас пока это не волнует. Мы денежки зарабатываем. Мы пулю выплюнули, вырвали из себя зубами и плюнули. Не пытайтесь повторить это дома. Козлы радостно бегут, есть трупы. Такой маленький кот.
Вот так мы примерно развлекаемся на экзотическом острове. Денежку дали за что-то. Они что, весь день это будут говорить? Но это не по 100 ТВ. I have to talk to you. Over here, help! Damn thing just stopped running. Think you can take a look under the hood? Sure. My friend.
don't have a chance! Hey! Keep playing with me, bitch! I'll find you! Mama твоя, bitch. Yes, I lost him! Help me find him! Leave this asshole to me! I'll find him again! You got this, man! You got this! I... Motherfucker! I found him! You're going to die out here, asshole! Take that motherfucker down! Yeah.
Сарбонный. А как его освобождать? Одного Бога известно. Крафтинг открываем. Непонятно, что крафтить. Ингредиентов не хватает нигде. Ни для чего. А это покрасивее, но тоже хреново. Джип с пулеметом или катер с пулеметом. Все здорово, нифига не работает. Или другой уровень сложности. Можно было бы всех перебить, если бы было бесконечное количество патронов. Так. Да, мне тоже не верится. Ну что делать? Сейчас. Man, oh my God!
не дают спокойно обыскать трупы. Кончится, опять убьют. Так. Где патроны? А, я собирал уже от них. Это наш. Уберите меня отсюда. Так.
этой оптимистической ноте, что все-таки мы их можем трахать. Ой, патроны, вроде. Нет, денежки. Ну, тоже неплохо. Так, сейчас нас убьют. Кто-то. Варан. Пишет в спину. А может, пасик. А может, это и то. Господи, да. Как можно работать в такой обстановке? Только порадовались. И опять нас вернули в суровую действительность. Может, я сохранился? Загрузил не то. Всем приятной игры. Мы пока прервемся.